алған сияқты. Вы не подскажете, как мне проехать на космодром, где ракеты запускают? Не подскажете? Здравствуйте. Товарищ, не подскажете, как мне проехать на космодром? Нет, да. У вас есть предписание? Нет, предписания у меня нет, но у меня там муж... Ну, раз нет предписания, не пустят. У нас сейчас как раз несколько рожк-юбок из Болгарии. На нормальный женский рост, недорого, и магазинах вам все равно не купить. А еще есть хорошие югославские очки. По итальянской технологии. Они стоят дешевле, а не дурственнее. Совершенно не дурственнее. И запомните меня, что югославские очки, но всегда лучше итальянских. Но поверьте мне, а потом сапожки, ну совсем не модные. Зачем вы в таких сапожках выходите? Хорошо. Я знаю одно место. Мы в том направлении едем. Если хотите, могу взять с собой. Когда? Сейчас? Вот в том направлении. Как говорили древние, physical correctable. Поехали, поехали. Физиков что? Ну что-то очень свитер. Вот очень, очень хороший свитер. Вот, заграничный. Я вам очень советую. Слушай, я тебе куплю свитер, если ты меня довезешь, это космодрома, ладно? Да в лучшем виде довезем. Ну, ой, сейчас я вам помогу. Это жена ваша, да? Да, это вот моя жена пришла с ней. Я же Пауль, бывший летчик. Пришлось остаться здесь. Ну что, тронулись? Поехали. Свитер импортный, редкая вещь. У меня сама такой же. Хотите жену, чехословская мода? Меня жена очень любит. Говорит, что чехословацкая мода самая прогрессивная на планете. За исключением французской. Но они капиталисты, потом их мода нам не близка. Совсем.